Добро пожаловать в мир любви и гармонии, в мир эмоциональной и физической свободы. Я, Сюзанна, буду вашим гидом в этой медитации. Данная медитация не является лечением, но способствует повышению естественных способностей организма к самоисцелению и восстановлению. Прослушивайте данную медитацию непосредственно перед сном. Позвольте вашему телу и разуму отдохнуть, чтобы набраться свежих сил. Прослушивание перед сном снимет хроническое напряжение, успокоит и позволит вам выспаться полноценно и глубоко. Завершите все ваши дела. Погрузите тело в мягкую кровать. Погасите свет, чтобы незаметно перейти в сон. Даже если вы уснете прежде, чем окончится медитация, ваше подсознание продолжит настройку организма на исцеление через глубокий релакс. Расслабьте голову, отпустите плечи. Позвольте дыханию стать глубже и спокойнее. Этот момент только для вас. Доверьтесь своему высшему Я, Абсолюту, которое хранит память о ваших изначальных возможностях, заложенных в момент рождения. Оно имеет гигантскую силу исцелить все, что препятствует вашему организму жить счастливо. Эти препятствия могут быть как в области здоровья, отношений, так и в области материального благополучия. Итак, закройте глаза и сосредоточьте ваше внимание на дыхании. Делаем вдох со счетом 4. Задерживаем дыхание, считая до 3, и выдыхаем на счет 6. Вместе с выдохом отпускаем напряжение. Повторяем вдох на счете 4, задерживаем дыхание на счет 3 и выдыхаем на счет 6. Еще один спокойный, глубокий вдох с таким счетом. Прекрасно, если начнете зевать. Это означает, что мозг переходит в диапазон волн альфа. Активность мозга снижается, и тело подготавливается ко сну, к глубокому расслаблению. Дышим сейчас естественно и спокойно. Ваш внутренний мир готов к очищению и восстановлению. Повторите про себя вместе со мной 3 раза. Внутренний мир. Внутренний мир. Внутренний мир. Это чистота, благополучие, свобода, любовь. Погружаемся в мир добра, покоя, чистоты, мягко и глубоко. Создаем для себя пространство любви и гармонии.
представляем, как пространство вокруг тела наполняется светом Создателя, миром, благополучием. В этом пространстве вы абсолютно защищены. Это пространство легко покидают тревоги и переживания. Укрепляем свое личное пространство, проговаривая еще раз слова «Внутренний мир». Внутренний мир. Внутренний мир. Теперь переходим в фазу глубокого расслабления, чтобы наполнить свое пространство тем, что нужно каждому для здоровья и процветания. Вместе с моим счетом плавно погружаемся глубже в слои подсознания для глубокого расслабления и исцеления. Когда я досчитаю до нуля, ум, тело и душа получат возможность полностью восстановиться на всех уровнях. 5. Мир и покой растворяют остатки напряжения. 4. Чистота и свет наполняют душу. 3. Свобода и счастье проникают во все клеточки тела. 2. Все невзгоды удаляются из поля и пространства, исчезают, как дым. 1. Пространство увеличивается, наполняясь благополучием. 0. Мир и покой в душе, разуме, теле. Слушайте тишину, музыку звезд, музыку Вселенной. Вы часть всего живого, неотъемлемая важная часть. Кто бы вы ни были, вы важная часть этого мира. В глубоком погружении во внутренний мир, в свое подсознание, вы не найдете критики. Подсознание никогда не критикует. Это делает наше восприятие или другие отделы нашего мозга. Подсознание имеет гигантский ресурс. Он растет, если мы питаем его образами и мыслями о добре, мире, благополучии. Сейчас мы будем углублять состояние безопасности, свободы и благополучия. Даже если вы уже уснули, подсознание через образы создаст для вас пространство силы и добра. Создаем образы через положительные утверждения. Я успешный человек. Я здоровый человек. Я обладаю силой,
уверенностью, добротой. Я есть волны радости, разливающиеся по всему телу. Я есть божественная энергия. Я есть мир и добро. Я есть уверенность и сила. Я есть творчество и неповторимость. Я есть жизненные силы, крепкое здоровье. Я есть успех во всем. Я есть богатство и достаток. Я есть неиссякаемый источник любви. Я чувствую собственное совершенство, чистоту Создателя. Я чувствую в себе истину и свет Вселенной. Я есть безусловная божественная энергия Вселенной. Я есть могущество. Я есть безусловная любовь. Еще раз проговариваем 3 раза слова, углубляющие состояние полного расслабления и защищенности. Внутренний мир. Внутренний мир. Внутренний мир. Пусть эти слова будут вашим ключом к мгновенной нормализации и стабилизации вашего состояния. Вы можете пользоваться ими, когда почувствуете, что нуждаетесь в поддержке и защите. Это придаст вам дополнительных сил и откроет путь к быстрому поиску выхода из любой ситуации. В состоянии глубокого релакса ваше тело, душа и разум получают восстановление и пополнение жизненных сил. Доверьтесь своему Высшему Я, его связи с Божественным Источником безусловной любви. Позвольте вашей ауре, биополю вокруг вас, расти. Представьте свет, проникающий мощным потоком в область темени. Свет, серебристо-золотистый, вливается в голову, очищает мозг и освобождает мысли от любого негатива, проникает глубоко во всю нервную систему, во все нервные клеточки, восстанавливает всю нервную систему, вливается во все тело, во все органы и системы, очищает, восстанавливает. Позвольте этому процессу происходить естественно
и легко. Все тело, разум и душа сейчас наполнены силами добра и любви. Все это создаст самые благоприятные условия для вашей жизни. Но важно помнить, что нужно делиться позитивным отношением ко всему, ведь вокруг вас могут оказаться люди, еще больше лишенные гармонии и любви. Делитесь вашим опытом, знаниями, добротой и любовью. Не ждите хорошего отношения к вам, а просто создавайте это сами. Помните, все приумножается. Пусть каждый ваш шаг приумножает в этом мире свет и чистые деяния. А сейчас пришло время закончить нашу медитацию. И если вы еще не уснули, с моим счетом от 5 до 0 мы завершаем наше путешествие во внутренний мир и переходим к естественному глубокому сну, такому, как в раннем детстве. 5. Душа и тело наполнены спокойствием, миром. 4. Мысли отсутствуют, тело естественно тяжелеет. 3. Расслабление становится глубоким. Покой и гармония овладевают всем телом. 2. Тело полностью расслаблено. 1. Процесс восстановления и исцеления уже начался. 0. Глубокий сон. Сейчас легкое пробуждение с утра. Внутренний мир покоится в гармонии со всей Вселенной. Вы и есть абсолютная гармония. Вы есть сила и бесконечные возможности. Вы есть богатство, здоровье и любовь. Вы есть могущество и чистота Создателя.